Обязательно придет тот момент, когда те, кто не хотел тебя знать, будут говорить, что знали тебя лично. Вы обращали внимание на то, как ювелир показывает свои лучшие бриллианты? Он кладет их на черную подставку из бархата. Контраст с черным фоном подчеркивает их блеск и притяжение. Бог также показывает свою самую изумительную работу там, где все кажется безнадежным, где есть боль, страдания и отчаяние, там есть Иисус. Лучшего места для великолепного сияния Христа и не найти. Доброе утро, мой драгоценный друг!